некоторыми. А мы с ними не расстаемся. Саша. Боролись, я думаю, что это достойно, так как мы шли. Поэтому я думаю, что все понимают, что это заслуженно. И какие планы, что дальше? Много планов. Первый заезд. Выступали на национальном финале в Румынии, в Греции, в Литве. Mm-hmm. Сейчас второй промо-тур, тоже хотим побольше стран, чтобы за нас голосовали. Испания, Израиль. В Москву 21-го летим на большую вечеринку, посвященную Евровидению. Тоже там отыграем, и уже непосредственно 30-го отправляемся в путь в Киев. Три репетиции до выхода, запись, прогон. Угу. В общем, там, да. Так как Молдавия 3 года не проходила финал, и в этом году это самая большая задача. У нас просто в полуфинале выпало так, что все страны, которые близлежащие к нам, не попали на полуфинал вообще. Угу. Если там Россия, ну, дает голоса, да, Румыния давала голоса, Украина, Беларусь, они все во втором полуфинале. Другой, да? Привлекаем, потому что все смотрят. Вся страна, и поэтому вот у нас как раз получилось и в Румынии выступить, и в Афинах поехали. Как раз это, мне кажется, единственная возможность привлечь аудиторию, которая за нас будет впоследствии голосовать. В Литве были, может, там 4000 человек, и когда начали петь «Мама, если начали хлопать, если сами так понимаем, что... То есть песню знают? Да, то есть... Самое интересное, что это впервые в истории как бы делегации молдавской на Евровидении, когда мы делаем такой большой... Ну, мы решили как бы как раз, чтобы вырвать на следующей неделе в Тель-Авив на 3 дня, там тоже Евровидение, большая вечеринка, потом Амстердам, Мадрид. И вот очень хочется попасть в Португалию, так как Португалия в нашем первом полуфинале, и там много наших, и хочется для диаспоры там, ну, выступить. Концерт выступить. И поэтому... Поэтому никто, в принципе, не ездит ни в промо-туры, ничего. То есть нам, наша задача... Хочется страну как бы везде представить и показать, что вот есть артисты, вот чтобы в финал пройти, там, чтобы ну, диаспоры голосовали. Все. Ну, вот в этом плюс шоу, там, только проживание в Киеве на 2 недели для репетиции, все там ну, огромные цифры выставляются. И... Все вырастает просто очень. Чем ближе к апрелю, к маю. Примерно какой-то бюджет есть? Вот... Писать, подбринести. Давайте вот так договоримся. В принципе, я знаю, что, к сожалению, у нас есть проблемы. Я готов вас поддержать. Мы должны вместе с вами определить, какая помощь нужна. Мы посмотрели, что какие у нас есть возможности, поговорить с спонсорами, то, что они могут обеспечить, какие затраты покрыть. И для того, чтобы начали ну, как можно быстрее и более активно работать, чтобы выступить на хорошем уровне. Берем под патронажа президента, если вы не против. Конечно, казалось, что не против.